В основе образа 22-х Олимпийских зимних игр в Сочи 2014 идея лоскутного одеяла. Из сотни кусочков складывается причудливый узор, который символизирует богатство культуры нашей страны, отражает красоту ее природы и выражает яркие впечатления, которые игры подарят зрителям всего мира. Эмблема Олимпийских игр Сочи 2014 состоит из зеркально отражающихся элементов Сочи и 2014. Они символизируют уникальность Сочи, где заснеженные вершины гор отражаются в водах Черного моря. Element.ru означает, что инновационные игры 2014 года пройдут в России и станут нашей гордостью. Олимпийские кольца – обязательная часть любой олимпийской эмблемы. Кольца символизируют единство пяти континентов, участвующих в соревнованиях. На эмблеме Паралимпийских игр есть обязательный элемент – три полусферы красного, синего и зеленого цветов. Они символизируют разум, тело и дух. Важная традиция игр – талисманы. Их идея родилась на зимних играх в Гренобле в 1968 году, где огромным успехом пользовалась фигурка лыжника Шюсса. В нашей стране люди до сих пор помнят известный символ Олимпиады 1980 года в Москве – медвежонка Мишу. Спросите у своих родителей или у бабушек с дедушками. Возможно, они помнят, как махали вслед рукой Миши, улетающему в небо на закрытии игр. У талисманов Сочи 2014 очень необычная история. Впервые за все время существования Олимпийских игр талисманы выбирала вся страна. Голосованием в прямом эфире определили три талисмана – спортивного леопарда, добродушного белого мишку и любознательную зайку. Талисманы Паралимпийских игр в Сочи выбирали чемпионы-паралимпийцы. Ими стали лучик и снежинка, которые помогают людям открывать в себе новые возможности. Образ, эмблема и талисманы игр в Сочи покажут всему миру красоту и многообразие нашей страны. Возможно, спустя долгие годы весь мир будет воспринимать Россию именно такой, какую увидел в Сочи во время игр.